Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Rising Zen Johnny No More. У нас жизни прям вообще хреновая туча. Ой, в смысле, мало очень. Так, ты кто? Ты кто, сука? Почему я тебя не могу стрелять, падла? Ах ты, пипуши ты. Стой, меня приказ от мистера Шогана, никому нельзя входить. Ага, окей, хорошо, давай, ладно. Будем с тобой работать. Блядь, не в ту сторону, прикинь, дебил. Во, хорош. Так, можно, в принципе, его вот так хуярить. И вот смотри, не про... Воу, да ладно. Он потом все равно пропускает. А он там в текстурку стреляет, смотри. Иди сюда. А я могу так его стрелять? А, могу, смотри, через тиктоку могу стрелять, а он не попадает в меня. А, сука, заебись. Вот это я приколюху нашел. Йо-хо-хо-хо. Хорошо, теперь проходи. А, да, конечно, слышь, я тебя убил. Торопись. Воу, quick time event. О, Шоган. Стой, ты не выиграл. Ты цыпленок, сука, блядь, я тебя ебать тебя. А, это не делал. Так, тихо, спокойно. Мне бы забрать, короче, вот эту херню, которая справа лежит. Куда ты поверил? Стой! Там жизни были, ты придурок! Зачем так сделал? Золотичка! Ее имя Золотой Бар! Покорит мир, моя золотая сила! Ладиду! Что это? Интрюдер? Торопись, надо торопиться на конвейер! Редрамс, убей интрюдера! Так, что там, надо разбить эти штуки, да? Блин, она подлагивает, короче, знаете, в чем проблема? Я понял, в чем проблема. О, блядь. Блин, они, блин, двигаются со стороны в сторону, падлы, постоянно, их хер попадешь. Блять, забыл не та кнопка. Да как ты попадаешь-то, падла? Да блин, они постоянно попадают, что за дела? Два раза смотрят, ты падла. Ебаная. И что, вы бесконечные, что ли, да? Ладно, я понял. Я понял, что, короче, нужно бежать. Уя. Окей. Так, мне жизни мало. А посмотри, что ты сделал, Шоган будет недоволен. Как они так исчезают-то? Так, ты будешь меня бить? Где ты там? Падаль. Не вижу, блядь, нихуя. Да ну включи мне Сука, здесь камеру нельзя поменять, заебись. Ой, вернуться нельзя. А, можно. Хорош. Ладно. Так, вы что, вы будете просто убегать, что ли? Дебилы совсем? Блять, они бомбы какие-то кладут или что за хуйня? Да включи, ну, блять, ну, ёб твою камера! Ну, чё ты насрал тут? Так нечестно. Они блочат пули. Сука. Ну и что делать? Мне жизни нет, мне жизни не дают. Все, пизда. Ты, как их бить-то? Серьезно? Так, один минус, хорошо. Второй минус. А жизни где брать-то, алло? Вы серьезно сейчас? Дайте жизни, пацаны, хоть чуть-чуть. Это дверь? Или лучше наверх пойти? Я не пойму. А, ну да. Это жизни, блин, пацаны, у меня на один удар. Так-то ничего. Ну, блин, сохраняться нету смысла, я так понимаю, да? Ну, давай на пятый слот, может быть, с одним куском жизни я пройду. Чё это? Вот и все! Серьезно? Вот это меня отхилили, да? Блядь, еще и главарь! Эй, как ты смеешь выступать? Возьми это и будь звездой. Чего?
Ты серьезно ща? Чувак? Идиот, оно взорвется! А, он, сука, тушит его, блядь! Так, а подожди, а что делать-то? Подожди, стоп. Он-то тушит хорошо, все, отлично. Да, может, ты развернешься? Это, так, а, подожди, а чё, в чем прикол? Он его-то тушит. А, я понял, блядь. Да это нереально, ты чё? Да не, я его так буду очень долго бить. Ты чё, серьезно что ли? Это еще. Он там буквально секунду это все делает. Он только выбегает, тушит и сразу уходит. Так, ладно. Угу. Так, один, блядь. Успел два раза попасть, ничего себе. Так. Блять, раз. Сука, тут еще в этом управлении пока разберешься. Сука, 300 лет пройдет. Хорош, есть, отлично. Вот это жесть, конечно. Блин, сохраниться надо опять. Это просто ужас какой-то. В жизни здесь очень мало бонусов. Что я взял? Патроны, ракеты взял. Хорошо, отлично, ракеты, но заебись. Только мне жизни нужны, а не ракеты. Опять это уебище. Сейчас будет бомбами своими срать. Блять, их двое. Как, подожди? Да! Ты сука. Ага, понял. Есть. Ха, сука, все равно на два удара у меня. Жестко, очень жестко. Бляха! Учти, Вайшогана, это спецоружие. Горячо, а больно. Блин, оно на всю эту, что ли, шажает? Тебе не уйти, ты не уйдешь. Я понял с первого раза. Что ждет, когда оно придет? Блин, это клево, что он бегает, заебись все. Все кнопки. Давай! Никера у меня героин. Вообще жесткий. Да? Только дайте жизни, пожалуйста, хоть чуть-чуть, пацаны. Что за херня? Почему нет? Как это мне дальше-то проходить? Ай, еба. Блин, у меня на один удар, ну реально, вы чё? Ну на два, ладно. А, сейчас... Чего? Только не на вагонетке, пожалуйста. Нет, не едь. Или сам едь, я не хочу управлять ней. Контроль 0... пиздец. Ускорить, замедлить, влево-вправо, нолик прыжок. Хорошо. Куда ехать? Я могу драть. Так, замедлить. Куда? Направо. Ух ты, бля. Блядь, непонятно ничего. А как мне эту штуку? Как налево поехать? Ага, налево нужно поворачивать. Хорошо, окей. Еба! Вода! Спокойно. Не вижу ничего. Тормози. У-ху! Бум! Бум! Дальше. Только не давайте не вместе с вагонетками. И чё? А чё мне делать-то? Как мне его бить-то? А я буду прыгать просто. Ай! Так они же будут попадать по-любому. Да ты серьезно сейчас, Альберт? А чё меня убило-то? А что меня убило, если там ничего не было? Там ничего не попало в меня. Абсолютно ничего не попало. Ладно, окей. Жесть, конечно. Ускорить замедление. Хорошо. Блин, ну это сложно будет. Это что, это нереально.
Это нереально с таким количеством жизней, да, блин. Так, там было направо. Там будет налево. Окей. Все. Там будет дальше все прямо. Просто нужно быстро ехать. Просто тупо прыгать к долбоебине. Давай, 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 вперед, вперед. Гоу, 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 гоу. Попал, да как? Да не, ну это бред. А, понятно. Не, это все, это... И, блядь, я не пройду его, прикинь. Я просто его не пройду теперь, потому что мне жизни не хватает. Здесь очень плохо сделано с, насчет бонусов. Так, давай я, наверное, здесь сохраню, чтобы вот это вот не ждать. Вот. Поехали. Здесь все сделано очень плохо насчет бонусов. То есть они считают, что меня здесь бить вообще не будут, да? То есть получается как-то. И мне не дают аптечки. Ну, то есть, любую хилку мне не дают просто. Я иду почти пол этапа, мне одну дали, и ту я не смог забрать, потому что там катсценка, сука, была. Ёпта. Как там, подожди, этих долбоебов сделать? Не видите, что это у меня жизни еще отняло? Вот это, что я врезался на полной скорости. Ну, заебись. А? Покуха, езжай быстрее! Блядь! Чё это? Это еще кладет всякую хуйню свою! Да серьезно что ли, блядь? Вы издеваетесь? Этот едет, стреляет, этот хуйню кладет! Какое хб! Как это все? Блин, да нет, с таким количеством жизни я не пройду. Это нереально, чтобы ни разу не попали. Потому что там этот бросает, там не видно. Ни хрена же не видно. Там. Блять, налево. Там же не видно ни хрена. Он бросает когда? Это только по звукам, что ли, ориентироваться? Или? Вот я не пойму, вот тут может тормозить надо? Подожди, вот тут чтобы. Не пойму, не, оно вроде мне хпшку не сносит, но это плохо, все равно плохо. Стрелять их тоже не вариант. Так, блять, если этот не попал, то тот попал. Я же говорю, если этот не попадет, то тот попадет. Все равно, в любом случае. А, жопень. Вот это жопень, блядь. Придется этап, наверное, заново просто тупо перепроходить. Потому что уже никак. А что, если я направо поеду? В чем проблема? Давай пойдем направо. Да, блядь. А, ну само. Ёлки-палки. Нехорошо. Смотри, жизнь не отнимут. Нет, не отнимают. Я просто отрясусь сильно очень. Да серьезно сейчас? Не, блять, придется заново хуярить, придется все сначала, с самого ебаного начала придется все идти, потому что никак. А я никак не пройду его лучше, потому что здесь ебаные ниндзя эти конченые. Вот это что за хуйня? Идите нахуй, я побежал. Взад вас троичный. Чё такое? Пошли дальше. Нахуй они не нужны. Вот этот уже статы здесь. Нормас. Чё ты перестаешь стрелять? Патроны что? А, у меня мана заканчивается. Ну да, точно. Забыл. Забыл, что у меня еще есть мана. Чё ты? Да камера, блядь! Ты ебанутая совсем! Да чё ты не, блядь, нажимаю кнопку, блядь! Вот он ебанутый, короче. Воу-воу-воу-воу-воу, пацан! Ну-ка, успокоился, быстро. Сучара, хорошо, теперь проходи, окей, прошел. Там рука была, все дела. Так, здесь что? Здесь ебаные вот эти ниндзя дебильные. Так, этих не хочу трогать. Ну и в задницу, блядь.
нихуя и все. Все, отлично. Вот так надо тут проходить, блядь. Они еще дрочить с ними, блядь, тут. Блядь, еще камера тут классная сейчас. Сейчас взорвется. Зажал! Да сдохни, тварь! Один минус хороший. Пузяка! Ха! Сам на свою говно наступил, падла. Вот будешь знать, тварь. Все, отлично, смотри, почти без урона прошел. Вообще красава. Так, что там у нас дальше? А опять я этого прошел без этого, да? Ладно. Что тут у нас? Это не помню жизни, да? Да, тут, ну тут очень мало. Так, вот этот ублюдок. Сука, смею выступать, да. Так. Так, это он сейчас пока что катсценка. Блин, три раза не успеваю. Не, сука. Падла. Вообще без урона, смотри. Вот это иду, да? Вообще без урона. Почти. Там попали пару раз. Тут у нас ракеты. Ну, ракеты мы оставим. На всякий случай. Хорошо, окей. Там будут сейчас ниндзи. Шниндзи ебаные. Ка-ля-ля-ля-ля. Куда ты, блядь, стой? А, вот это я четко попал сейчас. Ай, блядь, прям на минку. Где этот второй? Да ты что, издеваешься, что ли? Че, все, что ли? А че так быстро сдох? Второй. Ладно, окей, так, сейчас тут будет пушка. 3, 2, 1. Го-г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 о. Да, там мне писали, короче, еще в комментариях, что не боюсь ли я за музыка авторское право. Не боюсь, ребят, ни херана, потому что мне уже очень часто прилетало оно. Я все оспаривал, все, что можно, оспаривал. Если не хотят, они не идут на уступки, я, блядь, просто нахуй удаляю и все. До свидания. Ни херану того не стоит, чтобы всякие дебилы, блядь, такой хуйней страдали, блядь, уёбки. Так, поехали. Ладно. Так, ну теперь жизни у нас-то побольше. Я думаю, я теперь пройду. Надо было сразу начать. Давай налево. Блять, налево не надо. Почему? А смысл тогда мне показывать тырин, если я все равно не управляю этой вагонеткой долбаной? Будь, ой, бля, забыл. Тут же этот. А если я вот так вот вкачу? Почему не ускоряюсь? Я должен был вкатить. Да, суки. Падлы, блядь. Смотри, пол жизни просто тупо ухуйкали, ублюдки. Ладно. Поехали быстрее, если бы он ехал чуть-чуть. Просто кладет, сука, на этот. На вагонетку мне ложат, блядь, эти ебаные мины. Вууу, нихера, американские горки. Стоп, что? Куда? У меня жизни полные. Ой, блядь, а че, слышь? А как, что делать? Там просто подпрыгивать надо было, или что делать? Че, я по кругу катаюсь? Так, что-то нужно сделать, или что? Что делать-то? Остановиться.
А, понял. А, тут так можно делать, серьезно? То есть там можно менять эти направляшки. Прикольно. А, прикольно, нихера себе. Ой, я в темноту уехал нахер. Блять, опять что ли? Сука, только не говорите, что главарь какой-то. Я ебал так драться с ним. Ха-ха. Дрёна вож. Ой, блядь. Ты что делать? Так а он в меня попадает в любом случае, пацаны. Чё, блядь, делать-то? Стреляю и... А чё, стреляю, нихуя не попадает. Куда, что делать? А у него жизни не отнимаются. И я, как мне от эти ракеты-то уйти? Как от ракет-то уйти, блядь? А чё с ним делать, он же не это... Блять, тут без прицела нельзя ничего делать, блять, я вижу. Хуйня. Блять, это пиздец какой-то. Ой, да. Пожалуйста. О, спасибо хоть за жизнь. О, все. Ох, прилетел-ка. Жестко. О, самурай. Да ладно, еще один. Такой же, как я. Дудуньк. А, не. Это у тебя магия такая, что ли? Тебе не войти в этот замок. Ты, блядь. А, мне это понравится. Давай драться, ну давай. Попробуем. Только подожди. Мне бы как-то сохраниться здесь. Ой, ты так не делай. Давай без телепортов, окей, я так не умею. Давай будем по-честному. Что ты делаешь? Ты сейчас меня бьешь, да? Сука, где ты? Обджа, обджа, не вижу нихуя, блядь, ебаная камера. Сука, дёджо. Да ну не вижу ничего. Что ты делаешь? Блять, тут нет, нет, так плохо, надо на открытую его. А если я буду в него стрелять? Можно. Что 987? Что это, что это, что это? Блять, он меня заминировал, что ли, сука? Ладно, окей, давай. Я там меня уже нет, пацан. Так а его можно с пистолета стрелять, если что. Я не вижу нихера. Блять, надо отойти. А, сука. Хайдзе. Давай, на меня. Ну лети, чё ты? Сыкуешь, что ли? Тут подпрыгивать надо было. Я понял. Где ты? Да, блядь, опять не та кнопка. Здесь плохо автоприцел работает. Очень плохо. Джон Джокин. Show your sex. Ой, привет. Не та кнопка. Ой, сзади. Сука. Где ты? Ой, он меня бьет. Так нечестно. Сука, это пиздец какой-то, а не этап.
Так, все кнопки. Да, давай! А как делать суперкомбо вот это, который он делает? Вот этот 200 бонус, да! Бонус какой-то делает, не пойму, что за бонус. Как его делать? Две кнопки нажимаю, но вроде ничего не происходит. Johnny Nama. Yeah. Фух, прошел этот. Вот это был пока что самый сложный гребаный этап. Фух, хорош. Герой, ну хоть геморрой получил, ладно. Это реально был самый, наверное, сложный этап. Здесь нету. Сколько мне хилок дали? Три штуки, и одну я проебал. За этап. Вот этот чувак. В конце концов, я поймал тебя. Ты готов к битве? Покажи мне, что ты можешь. Не могу поверить, что ты все это сделал в одиночку. Но твоя удача покинула тебя. Почему так уверен? Убить тебя еще давно. Ты что, сейчас с ним, что ли? Прям сейчас? А давайте чуть-чуть прям потом. Я так понимаю, игрушка не сильно такая длинная, в принципе. Грязный ублюдок! У тебя нет духа самурая! Да вон, выход, нормально все. Он обосрался. Побежали. Нет, это еще не конец. Ладно, окей, хорошо. Я думал, уже последний главарь. Думаю, да нихрена себе так быстро. О, вот это его главный замок, да? Все, я пришел. Сейчас будем пиздить его. Не, не сейчас, потом. Чуть-чуть позже. Фига у него тут. Пойди и возьми меня. My sword is so shining. Шестой удар. А сколько ударов здесь в принципе? За... чего там? Так, хорошо, нас тут, короче, остановили. Давайте здесь и закончим. 27 минут нормально так. Этапчик был сложный, очень довольно-таки сложный. Потому что жизни было изначально мало. Нужно как-то там... Ну, просто есть такие моменты, что... Нужно просто бежать. И все, никого не трогать. Если ты будешь трогать, тебя будут бить. И будут бить, будет меньше энергии. Меньше энергии — сдохнешь, дальше не пройдешь. То есть как-то есть такие моменты, что просто не нужно никого трогать, просто бежать. Ну, это, конечно, плохо, мне так не нравится, но... А что сделаешь? Что сделаешь, если игра так по-другому не дает? Короче, все, ребяточки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Rising Zen, The Samurai Gunman. Ха. Все, всем пока.